Сегодня День знаний отмечают по всей республике. Подробнее в нашем дайджесте. В «АллатРе» поздравить школьников пришли представители власти, предприятий и, конечно же, родители. Но особым вниманием сегодня наградили главных героев праздника – первоклашек. Ловите каждое слово учителя, впитывайте его, запоминайте. То, чему вас учат, помните, что и родители, и учителя ждут от вас успехов и радуются любой вашей победе. Всех с днем знаний, с праздником! В «АллатРе» в новом учебном году за парты село почти 400 первоклассников. Хочу пожелать учителям, это больше инноваций, это больше вкладывать свои опыты, знания в обучение детишек. Нам нужны России, Чувашии и городу, нужны грамотные и образованные ребята. Всех вас с днем знаний с 1 сентября. В Канаше ряды школьников пополнили более 700 первоклашек. Праздник не только детей, а всего российского общества. Всего в Чувашской республике школьный порог впервые перешагнули более 14 тысяч детей. Еще вчера они были малышами, а уже сегодня носят гордое звание «школьник».